5 фактов о породе ирландский сеттер. Порода охотничьих ирландских красных сеттеров считается засекреченной. Впервые о ней упоминается в записях 15 века. Сеттерами называли не самих собак, а любых животных, предназначенных для охоты на пернатую дичь. Мало кто знает, что существует еще красно-белый ирландский сеттер, но он практически неизвестен за пределами Великобритании. Благодаря спокойному, общительному, ласковому характеру и умению успокаивать, они являются частыми участниками канистерапии. Современные представители породной линии больше подходят для участия в выставках и соревнованиях, но при необходимом обучении сеттер станет идеальным охотником на пернатую дичь. Хоть подшерстка у питомца нет, уход за его шерстью – это довольно затратное дело. Профессиональный груминг им необходим, как никому другому. А вы бы завели себе ирландского сеттера?